Опять уборщики! Убейте их! Убейте их, пока они не вышли! До дома Винни оставалось еще пара кварталов. Надо было спешить. Все двери заперты. Обойдите здание, живо! Да, один из наших. Въехал с улиц. Легок на мине. Совсем недавно значки V можно было увидеть по всему городу. Теперь они остались только в самых криминальных кварталах, в могиле этого чудовища. Ублюдки! Думаете, можете вот так просто взять и прийти сюда, да? Думаете? Ошибаетесь! Весь квартал был районом боевых действий между людьми Влада и бандитами Винни. Ха, кому нечего терять? Это Дик Судья. Эй, парень, я тут на Дика Судью хочу посмотреть. Конечно, конечно, это повтор, я это уже видел. Бог с ним. Заброшенная стоянка, где жил Винни, была дальше. Нужно было спуститься вниз по улице. Добрые времена, когда мы барыжили Ви. Остановите! В сторону! Thank you.
Прикончите его! Ну и как это, уходить? В смысле как? Правой ногой, левой. Здесь обратно приду. Эй, где ты был, черт тебя дери, а? Почему так долго? А где остальные? Ты подкрепление, которое нам обещал Винни, да? Кто же еще? Только я один. Остальных перебили уборщики. Черт! Они нас как мух бьют! Но все равно, один лишний ствол лучше, чем ничего. Ладно, пойдем. Значит так. Пойдем к стоянке. Надо не дать этим русским добраться до босса. Да, не дадим им добраться до капитана. О, ладно, извините. Я понимаю, что здесь нет ничего смешного. Все жутко серьезно. Приключения капитана Большеголового гони. Все, хватит! Пора дело делать. Здесь как из ведра льет. Такую погоду, короче, кисель. Давайте, когда появятся уборщики, на нас дождь из свинца польется. Почему это случилось именно со мной? Все шло замечательно, а теперь полетело к чертям. Черт, нет, нет!